Идет пенсионер мимо девушки легкого поведения, остановился, стоит и разглядывает ее с ног до головы. И так минут 5 она поворачивается к нему и говорит: с резинкой 50 баксов, без резинки 100 баксов. Пенсионер так подумал, поворачивается к ней и отвечает ехидно: и да я б тебе 200 заплатил, если бы ты сумела бы эту резинку одеть на него. Всем приветики! Спасибо огромное за теплые слова и за поддержку. Мне очень приятно. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорей. Я думаю, тебе, именно тебе, это несложно. Ну, а мне будет очень приятно. Не стесняйтесь, присылайте свои самые прикольные и классные анекдоты. И я их с радостью расскажу на своем канале. Ссылочка есть в описании под видео. Всем пока-пока! Thank you.